Москве всю ночь устраняли последствия крупной аварии на Садовом кольце у Триумфальной площади. На выезде из тоннеля столкнулись сразу 5 машин. Удары были такой силы, что детали, обломки автомобилей разлетелись на десятки метров по проезжей части. Несколько полос движения были перекрыты, есть пострадавшие. Сообщается, что 2 человека получили серьезные травмы.